Памятник в парке воинов и интернационалистов появился в 90-х. Изготовлен был из бетона. Материал сильно разрушался со временем, и несколько лет назад монумент решили заменить на такой же по концепции, но другой по материалу. В 2015 году было принято решение о реконструкции памятника. Реконструкции памятника и прилегающей площади. И наш памятник знак существовал безбедно до июля 2018 года. В июле 2018 года произошло возгорание. Сгорела практически вся лицевая часть. Причина произошедшего еще устанавливается. Пока точно неизвестно, был ли это поджог или самовозгорание, к примеру, от лампадки. Но так или иначе, монумент необходимо было восстановить. К делу была подключена Белреставрация. Именно ее специалисты и вернули монументу первоначальный облик. Были вырезаны все сгоревшие части. И затем наши скульптора по имеющимся фотографиям воссоздавали то, что есть. Мы лепили данную скульптуру сначала в мягком материале, было все восстановлено. Затем приезжал уже заказчик непосредственно, смотрели, согласовывали, были кое-какие мелкие замечания, мы их устранили. Затем снималась форма, затем форму мы заливали материал, из которого сделана данная скульптура. После этого она монтировалась, она состояла не из единого куска, а из многих кусочков, поэтому монтировалась. Зачищалась, доводилась, склеивалась и красилась. Затем мы везли сюда. Памятник в настоящее время окрашен термостойкой краской, которая выдерживает температуру до 900 градусов. Большую часть расходов взял на себя городской бюджет. Часть денег перечислили различные фирмы и собрали неравнодушные граждане. К слову, уже сегодня собраны средства на установку возле мемориала двух камер видеонаблюдения. А пока рядом с памятником работают фотоловушки, реагирующие на движение.